Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед елкой, в самую елку перед Рождеством, я все встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более, как лет 7. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьем. Значит, его все же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил с ручкой. Это технический термин. Значит, просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчики. Таких, как он, множество. Они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное. Но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно. И доверчиво смотрел мне в глаза. Стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра сидит без работы, больная. Может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма тьмущая. Их высылают с ручкой, хотя бы в самый страшный мороз. И если ничего не наберут, то, наверное, их ждут побои. Набрав копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников из тех самых, которые, забастовав на фабрике под воскресенье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее, как в среду вечером. Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жены. Тут же пищат голодные, бедные их дети. Водка и грязь и разврат, а главное — водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит еще вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он с перекосившим дыханием упадет чуть не без памяти на пол.